В Ленинском саду при КФУ сделают аллею выпускников, медиатеку и террасированную площадь. КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской деятельности. Университет намерен создать вокруг себя консорциум вузов, способный обеспечить прорыв развития системы педагогического образования России. Авторы лучших молодежных проектов Республики Татарстан принимают участие в форуме «Ай-Волга-2016». В состав делегации вошли победители и лауреаты 6-го республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». 18 июня в селе Кулигаш Агрызского района Татарстана состоится республиканский праздник марийской культуры «Семык». В празднике примут участие марийские фольклорные коллективы из регионов Российской Федерации и муниципальных районов Татарстана. Радиокнига Николая Расторгуева выходит в регионы России, в том числе и в Татарстан. Компания лидера «Любэ» стала единственным претендентом на частоты в 47 городах страны. На летнем книжном фестивале, который пройдет 18 и 19 июня, дети смогут создать арт-объект и увидеть научное шоу. Также для маленьких посетителей будут организованы мастер-классы, музыкальный кружок и интерактивная экскурсия.